с многовековой историей и богатыми культурными национальными традициями. Русский центр Шансийский педагогический университет приветствует всех участников столь высокого собрания 6-й ассамблеи фонда «Русский мир». Уважаемые руководители фонда «Русский мир», дорогие коллеги, гости, друзья, мы поздравляем вас и себя с этим знаменательным событием и желаем вам всем созидательной работы, свежих идей, ярких проектов на благо России, мира и добра. Наши центры, наверное, самые юные, но мы готовы участвовать во всех замыслах и проектах. Пусть русский язык, русская культура объединяют всех думающих, творческих людей. Всех, кто интересуется Россией, любит ее, понимает непростое прошлое и настоящее и верит в ее будущее!